Именно об этом шла речь на пресс-конференции с учредителем Брестского гандбольного клуба Александром Мешковым. То, что в детскую лигу «Зубркап» на третий сезон, который стартует уже в сентябре, заявилось на 25 команд больше, чем в прошлом году, объясняется просто. Их количество показывает востребованность лиги. В новом сезоне будут заявлены три возрастные группы. Детская лига «Зубркап», он будет еще интереснее, еще симпатичнее, еще увлекательнее. Уже одно количество команд, которые собираются участвовать в нем, уже говорит о том, что этот турнир нужен и он интересен. Команд будет 69. Помимо жарких спортивных поединков, юных спортсменов ждут мастер-классы от тренеров и игроков БГК. Кроме того, что значительно расширилась география турнира, руководители усилили директорат лиги, пригласив Владимира Риуцкого и Василия Долголева. Чтобы мы подняли общий уровень подготовки детского гандбола в нашей стране, чтобы вот сегодня градация этих возрастов нам позволяет, мы попытаемся навести какой-то учет подготовки и уровня подготовки, с которым выступают команды. Я думаю, что вы понимаете, что насколько это важно и ценно для того, чтобы мы растили достойных конкурентных игроков, с которых можно будет отбирать и в сборную, и в клубы игроков, и поднять статус нашей страны, прежде всего, конечно, в Европе. Что же касается главной команды БГК имени Мешкова, сегодня ее можно смело назвать брендом не только Бреста, но и Белоруссии. С клубом уже хорошо знакомы и в Европе. Цели на предстоящий сезон самые серьезные. Правда, еще есть над чем работать и в чем прибавлять. Я думаю, что этот сезон у нас будет в определенной степени переходным, да, потому что нам надо построить новую команду, но при этом мы находимся уже, так сказать, в пути. У нас шикарная Лига чемпионов, поэтому вот и будем строить команду и будем давать, так сказать, спортивный результат. Цель, она не отменяется, поэтому 1/4 Лиги чемпионов – это очередной шаг навстречу к цели. Можно будет кое-кого на усиление пригласить. Но это будем работать, смотреть. Позиции все равно слабые остаются. Надо будет закрывать. Виктория Саченко, Андрей Щербан, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.